зайти на подиум, ну и весь подиум забрать Дакара. Золотые бедуины сегодня не где-то в других странах, а они в России, они в Челнах у нас. Мог это наблюдать. Видели буквально до самого последнего спецучастка, до последних метров трассы было непонятно, кто будет призером. Все позади наших челнинских мальчишек. Это, конечно, здорово. Очень большой успех для нашего города, для Татарстана, для России. Были удивлены все организаторы. Одновременно находились на расстоянии больше, разделяли сотни километров, и коммуникация имеет в нашем деле огромное значение. Сбоев никаких, если будет где-то в вашем описи место найдет. Повесьте, пожалуйста, и памятные от нашей команды подарки. Вот маленький КамАЗ, пока большой подарить не можем. Дорогие новости. Где у нас делегат? Начнем с девушки. Девушка, привет. Мне дачи данные. Вам стали вот наш модем, о котором мы только что рассказывали. Спасибо. Новых побед. Надеюсь, это действительно поможет еще более высоких. Я не знаю, куда еще более высоких вершин. Но желаю вам действительно еще больше побед. Сейчас нужно удерживать эту планку. Будем вместе это делать. Да.